Здорово, друзья, это Ник 86. Ко мне пришла вот такая здоровая посылка. Это, наверное, самая большая моя посылка. Здесь у нас уплотнители дверей. Заказал я разные. V-образный, ну, B по-английски, либо наше V, и D-образный, но большой. Так, мне китаец сделал типа подгон за прошлую рекламу, где видосик набрал 110 тысяч просмотров, и у него пошли хорошие заказы. Это вот эти вот уплотнители там вот, дверей, чтобы не было зазоров. Вот, набрали хорошие просмотры. Кстати, чудно, смотрите, как будто ее вскрывали. Вот это вот зачем было делать скотч? Это явно не Китай делал этот скотч. Что-то не то. Как будто смотрели. Армировать, ну тогда бы они бы все бы заармировали. Ну ладно, скрываем. Так, где тут поудобнее-то? Вот. Ну да, скрывали. Потом замотали. Скрыли тут и замотали. И здесь еще скрывали. Взрезали. Почта России, суки. Ух ты! А что это такое туда кинули мне? Там больше ничего нету? Я даже боюсь скрывать, что это такое, я не знаю. Что-то китайское, ладно. Так. Уплотнитель типа B, или как они там его, B называют. Вот он такой, он мне нужен на заднюю дверь багажника. Такой упругий, хороший. Он идет типа маленько со смещением, здесь диаметр меньше, здесь больше. Как раз мне нужно то, что больше, на наружную сторону. У меня, в общем, там багажник маленько греметь стал из-за того, что уплотнитель сдох. Так, а это что? Ага. Вот, простой уплотнитель. Круглый. Это отдельно. Они мне положили. Так. Сейчас мы все расфасуем Б сюда. И на халяву большой уплотнитель на пробу. Блин, он такой мягкий. Он очень тонкий и мягкий. И скотч здесь такой нормальный. Плотный очень. Вот, смотрите, там и толщины. Так, вот. Что они мне тут подарили. Это, ну, практически бесплатно. Я только за доставку доллар заплатил, и все. $1. Вот, ребята. Ну что? Так, вот эту херню глянем. Блин, боюсь открывать. Ну, вдруг что-нибудь там... А-а-а! Это обезжириватель. Фу, пахнет так. Ё-моё, как все круто. Так, это у нас обезжириватель идет. Сейчас я вам все покажу. И, кстати, никто обезжириватель так и не ложил до этого. Откроем заднюю дверь багажника. Так. А-ля бита. Вот у меня тут полный колхоз. П.
прям вообще прям полный колхоз, который весь уже оторвался. Его нужно срывать. Это дешевый уплотнитель. Сюда. Сюда. Типа наш российский уплотнитель. У него вот что были вот остатки, я. Чуть хреноботины. А, это мовиль. Все, вроде все чисто. А не, вот это еще хероботы. Все, сейчас бензинчиком все протру. И. Че, и. Потом обезжирителем все обезжирю. Сюда, значит, узкий заведу уплотнитель. Вот так он пойдет. Пойдет. И вот сюда. Сюда уже, значит. Блин. Сюда бы тоже, по идее, только так вот со смещением идти. Но сейчас все сделаем. Сейчас все будет. Так, друзья, смотрите, как что получилось. Получилось, по-моему, красиво. Тут прижмется. Так. Погода холодная. Но... еще не такой сильный минус, минус 3. А почему сейчас я хотел? Ну потом просто уже в морозы будет бестолку, сильный мороз. А, кстати, когда вы будете делать сильную жару, да, он прилипнет не сразу и быстро, но прав на ошибку нету. Вот. А здесь я маленько лоханулся, где-то оторвал опять. Приделал. Вот, например, уже не буду, он уже все пристыл. Так, здесь вот поровнее. А вот тут вот вильнул, зараза. Блин, вообще прям сильно так пристыл. Ну ладно, все, трогать его не будем. Так, здесь у меня, увы, не хватило. Прям вообще чуть-чуть не хватило. Жалко. Так, мы смотрим, как все закрывается. А, уже получше. А то прям вообще было очень туго. Все. Закрывается очень туго. Я думаю, большой уплотнитель сюда наклеить или нет. Есть ли смысл сюда его клеить? По идее, есть. Задувать не будет. Вот отсюда так начать. Нет, колхоз. Вот отсюда. Да нет, это надо тогда везде делать. Это уже жопа. Это нужно и вот отсюда клеить. Туда вот. Да ну нафиг. Так. Ну, вроде все приклеилось, все классно, все работает. Единственное, вот здесь бы хотелось бы, чтобы... А, в принципе, можно. Пока еще холодно. Вот, вот он лег, как ему нужно. Все. Вот так теперь будет ровно. А в жару такое не прокатит. Теперь он сейчас обляжет, крышка будет закрытая, и все офигенно приклеится. Кстати, почему я не заказал вот такие вот уплотнители? Из-за того, что они у нас в основном поддельно идут. Очень плохие. И ладно, но они еще и дорогие, и очень плохие. А найти хорошие очень сложно.
Ну и воспользовался моментом. Вот. И теперь вода сюда заходить точно не будет. Плотничком все закрывается. Сейчас я еще вот сюда скотч в один слой наклею и вам покажу. Так, кстати, вот эту трубку большую, мягкую. Вот почему я говорю, берите сюда уплотнитель в авто, только с Китая. Вот эта трубка. Она идеально подойдет, ребята. Блин, это я уже буду делать в новом сезоне. Вот сюда, ребята, она подходит. Идеально. Вот, смотрите, как тут и было. Ну, это все вот отсюда клеится. Вот. Она очень мягкая, очень. И дверь будет заходить очень легко и не срывать скотч. Так, также здесь вот все подходит. Видите, все идеально подходит. Тут даже, смотрите, скотч заварцован вот в эту резинку. Он заходит, он с глубиной. Скотч сам не видно, видите, резинка. Вот, вообще прям супер. Но уже сезона нету. Блин, ну в принципе можно. Нет, уже клеить не буду. И сейчас уже. Блин, может приклеится. Фиг его знает. В принципе, у меня есть вся приблуда. Давайте приклеим, ребята. Что получится, да? Мне кажется, все будет в ажуре. Ну сейчас попробуем, что получится, не знаю. Возьму сейчас. В принципе, фен есть. Да не так сейчас и холодно. Сейчас я попробую и покажу. Ну а так, друзья, соблазнился я все-таки на эту ерунду. И сделал не так, как все. Ну, как вы поняли, у нас АвтоВАЗ зазоры разные. Здесь он так вот идет. А вот тут вот может резко на рассвет. Ну, вот из-за этого пластика гондона. Но ничего страшного, я нашел выход. Вот тут, тут большой уплотнитель. В него входит маленький уплотнитель. И тогда дверь закрывается хорошо. Все. Сюда. Так, теперь что здесь? Тут все то же самое. Здесь большой уплотнитель, здесь маленький уплотнитель. Закрываем. Вообще прям мягко закрывается, еще мягче. Ну-ка. Так, хотел фото сделать, ладно, не получилось. В общем, так все получается. Блин, он офигенно цепляется, этот уплотнитель, даже вот в минус 3. Китаец вообще красавчик, вообще молодец. И подгон мне замутил. И качество офигенное. Ссылочки будут в описании на этого китайца. Теперь у нас здесь уплотнитель. Здесь уплотнитель. Тут ни хрена. Надо делать потом. Сейчас уже не буду. Это точно весной. И здесь уплотнитель. Вот так все получается. Если бы этот уплотнитель, не дай бог, был бы очень плотный, то двери уже бы не закрывались нормально. Здесь он идет на изгиб. Вот этот, видите, он очень толстый. Ну прям очень. Это наш, типа, российский, вот Китай, он тонкий. По идее, да, это качественный, но для авто надо брать вот только такой. Ну и все. Вообще бомбезно. Теперь здесь грязи не будет, а то вот, вот бесит уже. Ну все, друзья. Так, блин, еще один лайфхак. Так, ребята, сейчас я все сделал. Так, ребята, все я сделал.
чтобы дверь закрывалась тише, нам нужно взять вот этот скотч армированный, наклеить в один оборот, два не надо, в один оборот. Ну-ка, кидаем его туда. И все. Путь к успеху есть. Все. Греметь уже не будет. Но два оборота не надо, потом замок очень тяжело открывается. Ну все теперь. Всем пока. До следующего ролика. Подписывайтесь. Ставим лайки. Подписывайтесь на группу ВК. Ставьте оповещения. Все ссылочки в описании. И группа ВК, и китаец, где заказать эти уплотнители. Еще раз говорю, ставьте колокольчик оповещения. Всем пока!